Вахать обедик, так, всем привет. О, всем привет, и мы сегодня будем снимать ролик Майнкрафт. Просто обычное выживание в деревне, да. И я купил себе огромный дом, кузницу я продал, но сейчас все вам объясню. Ладно, без объяснений, так, давай-ка мы в бочку сюда зайдем и приготовим себе обед. В печке будем варить стейк тогда, что-то не варится. А, я перепутал. Здесь нужно вот так, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. А мы, что-то, у меня ничего не получается. Все, я себе приготовил обед. Так, давай-ка мы положим еду нашу любимую и поедим. Так, давай-ка мы сядем и полакомимся едой. Сейчас я буду садиться. Сейчас нужно помыть руки. Кстати, у нас здесь еще есть... А, все, мы сели. Давай-ка мы взяли свое мясо. Где оно вообще? А, ну здесь. Так, вот. Сейчас будем кушать. Сядем. Так, все, я буду кушать. Так, ладно. Все. Так, все, я поел. Тогда пошли на улицу. Кстати, у меня еще есть 18 изумрудов. Я купил этот дом за 3 стака изумрудов. Смотрите, здесь у нас хлам. Здесь я купил много всяких столов для своего дома. Пока я здесь все не убрал, так, я должен украсить весь дом. Кстати, это посылки, там лежат, блин, сколько здесь посылок, офигеть. Ладно, слишком много. Ой, надо это все убрать, а то здесь вообще неудобно ходить. Реально здесь неудобно ходить. Ай, это бесит. Ладно, ладно, одну сломали. Давай-ка мы здесь положим. Это моя комната. Да, я здесь успел украсить, конечно. Ну, пусть так. Ладно, мы выйдем тогда. Давай-ка отсюда. Посмотрите ролик до конца. Очень интересно. Кстати, мод здесь, который у нас есть. Мы сейчас должны скопать грядки. Кстати, все наши вещи лежат где-то вот здесь. Чё я ничего не взял вообще? Ну, не знаю. Мы сегодня должны деревья посадить и семена. Все. Все, мы все выходим. Мы будем ездить сегодня на машине нашей. Очень крутой. Это я купил аж за 3 изумруда, как свой дом. Да, я кузницу продал. Давай-ка мы проедемся. О, здесь у нас игрочек есть. Привет, это я ему продал дом. Да, вот смотрите, это он. Вот. Смотрите. Ой, ой, ладно, строгости нету. Ладно, я пошел, он здесь живет, я кузницу продал за 3 стака. Так, давай-ка мы сюда приедем и соберем моркошку. Ладно, я уже все собрал, кстати. Так, давай-ка мы возьмем мотыгу, и мы сегодня должны еще поехать по делам. Я сегодня не спешу никуда-то, тогда нужно поспешить, потому что я должен еще съездить в город для одного важного дела, заснять ролик про машины, вы знаете. И я тоже туда съездить сегодня, на этой машине. Значит, давай-ка быстрее я здесь уберусь на огороде своем, а то я не успею. Кстати, нам нужно моркошку посадить, я хотела посадить тыкву, нам в деревне нужны големы, значит... Давай-ка посадим тыкву. У нас арбузов, конечно, нету, но ничего страшного. Арбузы мы купим, конечно, я за свой счет куплю в деревне, потому что я забыл их посадить и взять. Ну, ничего страшного. Денег у меня и так мало, но я постараюсь в городе накопить и продать свои машины, которые я сделал. В общем, я в город по важным делам на 2 дня. Дом, наверное, будет пустеть, ничего страшного, да? Ничего с ним не случится. Напишите в комментариях. Надеюсь, ничего не случится, да? Мы еще должны пшеницы посадить очень много. Кстати, у нас есть стак из пшеницы. Тогда мы должны сделать очень много пшенички. Так, я тебе не дам ни одной пшенички, потому что нам еще не нужно гретянцы. У нас много мяса уже мы надобывали в деревне. Так, давай-ка оденем нагрудник. Все, побежали. Тогда на следующую грядку. Так... О, привет, скупщик. Так, я все собрал. Кстати, я хотела еду принести в город, еще в какой-то город, поселок. И там нельзя приносить, где туда я поеду в город на своей машине, нельзя. Нужно в деревне, и мне дадут изумруды. Либо будет штраф минус 1 стак. А я с 1 стака уже 1 комнату. Кстати, я потратил, знаете, сколько на этот дом? 5 стаков, 6. Ну, изумрудов, потому что, знаете что? А, это, дом сам дешевый, деревянный, это самый такой, самый дешевый дом, самый крутой. А кузницу я продал, потому что 2 стака нужно было. Потому что, ну как сказать. Так, давай-ка я ему все это отдам без разговоров. И вот это отдам. А 37 я себе оставлю картошки, ладно? Нужно жареную картошку сегодня сделать дома.
Сегодня будет у меня зарплатка годовая. Значит, я еще мне долго не выдавали. Это зарплата сегодня будет не годовая. И давай-ка мы подберем свою. Отдай! Ладно, ждем. Ждем. Так, ладно, сейчас мы ждем. Так, ладно. А давай! Оп! Я даю. Что забирает? Это какой-то робот. Ах, все, забрал. Это у нас, наверное, роботик. Или нет? А, нет, просто обычный скупщик, который все считает. Так, ну да, да, все считает, да. Я так, кстати, у нас здесь нету приколов. Не, нету приколов. Кстати, все жители спят. Пока что у нас уже скоро будет ночь. Я вообще в шоке, а где жители, а? Ну да, все, поехали на машине домой. Кстати, а ничего страшного, что я печки оставила. Так, там жители есть. Так, все, поехали, ладно. Ну, все, мы поехали по дороге. Все, я поехал. Блин, какие кочки здесь. Ну ладно, все, я поехал. А мы едем. А мы едем. Все, всем пока. Я пошел снимать другой ролик тогда. Я потом все склею. Я пошел снимать все про машины. Все, пока. Так, все, я еду домой, потому что я два дня пробыл в городе, оказывается, потому что было мне очень некогда. Так, давай-ка мы пропаркуемся дома. Едем, едем, едем. Так, все, мы приехали. Так, все, мы приехали. Что случилось? А, что случилось здесь, правда? Что здесь случилось? Походите. Я сейчас сделал очень сильный микрофон. И что здесь случилось? Да что, я из-за печек? Погоди, это что такое? А кто, что, житель, что случилось? Говори. Что случилось, житель? Я еще хочу сказать. А что здесь случилось, правда? Погоди, а что здесь случилось? Не мои, а где теперь я буду жить? Погоди, меня это больше всего волнует. А где я буду жить тогда? Я потратил все свои изумруды на этот дом, блин. Ну, зато я крутой ролик заснял про машины. Наверное, уже выложу раньше, да? Да, я выложу раньше, конечно же. Мод на машины, я вам скажу. Но, наверное, я вам не рассекретил. Ну, нетушки. Просто ужас какой-то. Что случилось? Мой склад, офигеть. Наверное, дальше будет все разгораться. Фух, я сижу здесь и все это наблюдаю. Фух, ну ничего, ничего. О, там скупщик сгорелся. Погоди, там скупщик. Погоди, здесь у меня весь дом сгорел. Ну все, теперь где я буду жить? Ну, теперь я придется нигде, да? Теперь я в машине. Офигеть просто. Ну, теперь здесь придется. Офигеть, я так много. И кажется, это все из-за печек. Давай-ка все это сломаем просто. Скупщик, иди сюда. Где скупщик? Где скупщик? Я горю. Неплохо. Сейчас я сгорю. Скупщик, скупщик. Скупщик, ты что стоишь? Ты что стоишь? Что стоишь? Так, скупщик. А, тебе тоже, наверное, плохо. Ну ладно. Офигеть, кажется, я понял. А, здесь костер загорелся. Погоди, здесь из-за костра все. Офигеть. Что здесь случилось здесь? Погоди, давай-ка здесь все снимем. Так. И там еще секретный проход, да? Ай, я горю опять. Так, где нужно потушить, потушиться, потушиться. Фух, ну все. Да, сегодня не веселый день. Теперь еще дом сгорел, у нас еще один, да. Давай табличку эту сломаем тогда. Это теперь не дом, а теперь нужно, теперь мне восстанавливать. Да, или жить. Опять минус еще изумруда. Теперь мне точно... Жить нужно будет, дайте где. Ну ладно, ничего страшного тогда. Ну и страшно, но ничего такого. Я просто снимал ролик. Ну, конечно, моя ошибка была, что я печки забыл заглушить. Кстати, а печки до сих пор работают? А, уже не работают. Они уже все переплавили, да? Все переплавили. Да, не очень. Кстати, даже бочки. А, в бочках у меня ничего не сгорело. Хорошо. Хотя бы у меня мебель не сгорела. Как вам эта радость? Фух. Ну, пойду в кузницу. Посмотрю. Может, меня пустят туда.
Давай-ка мы подойдем. Ну да, ну пока, домик. Ну, придется мне это все убирать потом. Да, не весело мне еще не досталось. И потратил я на этот дом 4 стака изумрудов. И 4 стака эти сгорели. Еще один стак мебель. Значит, у меня много чего сгорело. Привет, привет. Ты пустишь меня? Ты мне пустишь? А, пожалуйста, пожалуйста. Согласись. Нет, не пустишь. Можно я поживу? Ты пустишь? А, вот скажи, паковай, да? Почему нет? Так, погоди, почему-то не разговаривают, но можно я здесь останусь, а? Можно здесь останусь, а? Нет, нет, ну, пожалуйста, не надо выгонять, а? Ну, я хочу здесь остаться, ну, понимаешь? А, ну, ты все, ну, ладно. Ай, 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 ай. Закрываю, все, 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 все. И что мне делать? А? А, ну ладно, я пошел. Теперь, ну я хотя бы около лавки. Здесь сейчас кровать постелю. Погоди, дом начал гореть. Дом начал гореть. Моя кузница! Погоди, моя кузница. А, игрок, погоди. Там игрок находится. Че, достанем или нет? Погоди, еще у меня кузницы нет будет, да? Еще лучше, да? Погоди. Погоди, а что случилось? Теперь мне капец. Я за этот дом еще отвечаю, потому что знаете, что я забыл здесь делать? У меня было здесь еще под домом антиатача. Покажется, искра прилетела сюда. Теперь мне будет, конечно, конец. Бежим с этой деревни, бежим. Я отсюда бегу. Я здесь не хочу. Мне кажется, сейчас я в минус уйду. Сейчас и там дом, и тысячу. Я. Где моя машина? А где моя машина? Скажите. А где моя машина? А где моя машина? Где моя машина? Сейчас мне будет конец. Да, сейчас я вернусь, и там игрок бежит. А он там бежит, он там бежит с ритовым мечом. Ну все, мне сейчас будет вытрясывать. Где моя машина? Где моя машина? Где моя машина? А я вообще забыл, где моя машина находится. Ну все, сейчас будем бегать. Сейчас будем бегать. Сейчас на shift нажмем. Так, может, я там оставил ее? Я же мог как-то это. Или у меня тоже кое-что случилось? Огонь поглотил. Ладно, у меня еще и остался ковер. У меня еще есть 18 стак изумрудов. Но я их потрачу, наверное, в городе на новую. Вот она, машина. Садимся. И просто уезжаем отсюда. Просто едем просто. Все, мы просто едем. Я уже еду со всей скоростью по каким-то местностям, вот. Сейчас мы... Ой-ой-ой, я еще утону. Сейчас, так, все, мы едем. Мы в какую-то деревню приехали, погодите. Сейчас мы приедем, все, мы приехали. Все, мы приехали в какую-то деревню, все. Так, давай-ка мы пропаркуемся здесь. Все, мы приехали. Мы от живной места отстали, но все, все хорошо. О, ко мне кто-то диспетчер приехал в деревне. Можно здесь я поживу у вас где-то пару месяцев, и я перееду еще куда-то. Можно? Да, можно. А где? Покажешь мне, пожалуйста. А где покажешь, где мне можно еще? Вот. Вот этот дом? Вот этот дом, да? Все, спасибо. Я здесь заселяюсь у вас. Так, здесь у нас дом маленький, но поживем. Так, бесплатно мне выдали. Так, кстати, как добрая деревня, да? Ладно, давай-ка мы оденемся и все. И посадим здесь сосну потом. Я хочу здесь вырастить деревья, а потом построить себе новый сам дом. Сам. Так, здесь мы посадим лес и будем зарабатывать большие деньги. Конечно, я там свои все... Все оставил в своих сундуках, но оно того стоит. Зато я потом ничего не сделаю. Вы сами знаете все. Ну, это было неприкольно, но на это всем пока. Всем пока-пока. Кому понравились ролики, ставьте лайк. Кому понравился ролик, ставьте лайки. На это всем пока. Всем пока-пока.